Накануне вечером житель Крутинки вернулся домой, открыл дверь и на пороге увидел свою 43-летнюю сожительницу. Женщина была в обгоревшей одежде и уже не подавала признаков жизни. Мужчина вытащил потерпевшую на улицу, но спасти жену так и не удалось. По предварительным данным, погибшая часто и много пила, при этом курила в постели. Это подтверждают обгоревшие подушка и одеяло в комнате, где спала сельчанка. Возможно, когда постельные принадлежности вспыхнули, женщина самостоятельно пыталась выбраться из дома, но, видимо, успела надышаться угарным газом, от чего и скончалась. Сейчас следователи рассматривают еще одну причину смерти – получение ожогов, несовместимых с жизнью.